А перед началом ролика хочу поставить вам канал Край Медиа. Они снимают очень классный сериал, который называется «Неудачники». Серии выходят по этому сериалу каждые выходные. Также они практически каждый день проводят стримы. И там делают конкурсы для своих подписчиков на машины и деньги. Всем советую подписаться на этот канал, ссылочка будет в описании. Сам смотрю и вам советую. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Мазин Фриплей. Первый сервер, мне здесь Кирилл Пудбуль. Не забывайте вводить маник при регистрации и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гей, мы при достижении 5 уровня получаете 50 тысяч, при достижении 10 уровня получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Фриплей. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас, в принципе, новая серия, и она будет довольно-таки необычна. Необычна тем, что мы поговорим про мои цели, которые у меня остались на Мазинге. То есть, какие цели у меня остались на Мазинге. Думаю, у каждого есть цели в жизни, в игре, но сегодня мы поговорим именно про цели в игре, а именно на Мазинге. Ну что ж, пацаны, с вас ставьте лайки, подписывайтесь на канал и погнали! Ну что ж, давайте поговорим о целях, которые у меня остались на Мазинге. Их будет, ну, примерно 4, может быть, больше. И сразу предупреждаю, что мои цели будут довольно-таки необычны, поэтому отнеситесь к этому нормально, сильно так не удивляйтесь, как бы. Ну что ж, пацаны, первая цель, это связано с вот этой малышкой, которую вы видите на экране. Что именно? Я хочу на ней катать 555 тысяч, то есть 5 пятерок километров, как вы можете понять. Вот я пишу кар, смотрите, сейчас пробег у нее 47237. То есть, чтобы мне достигнуть своей цели, нужно еще проехать, получается, 8 тысяч километров. Как бы да, грубо говоря, 8300 километров мне еще нужно не поехать, проехать точнее. Это вот одна из моих целей. Как бы да, это моя любимая машина, которую я не продам ни за какие деньги, если что. Госку 900 тысяч, эта машина у меня уже находится довольно-таки давно, если что. И этот пробег накатал на ней я. Вы спросите, а почему на 5 пятерок? Ну, потому что BMW M5. Типа 5, то были 5 пятерок, я это заскриню, и эта цель будет для меня, в принципе, выполнена. Идем дальше. Следующая цель уже связана с вами. Ну, не полностью с вами, но в основном связана с вами. Какая-то цель, пишем вот такую команду, MyRefs. MyRefs, как бы вот, моя цель это, чтобы у меня было 1000 рефералов. Как бы да, именно 1000, чтобы такое было ровное, красивое число. Косарик сейчас почти 700 рефералов. Кстати, спасибо большое вам, благодаря вам я тоже достигнул одну из своих целей. Я, если смотреть через сайт, на первом месте по рефералам на первом сервере. Я обогнал наконец-то Крымского. И я на первом месте среди рефералов. Как бы скриншоты, если что, у вас на экране есть. Так что, пацаны, большое вам спасибо, кто вводил, кто вводит мой ник при регистрации. Поэтому реально большое вам спасибо. В принципе, осталось еще 300 рефералов. Ну, 301. И моя еще одна цель будет, в принципе, побита. Это довольно-таки классно. Так что, пацаны, кто может, в принципе, или кто хочет, можете вводить мой ник при регистрации. И тем самым вы мне поможете достигнуть небольшую такую мою цель. Ну и вот еще одна из моих целей, это купить дом на Рублевке. Почему? Честно вам скажу, я хочу его купить только из-за того, что в него добавили гараж. Как бы да, там можно будет целку чинить. Да вообще, сам гараж по себе очень классный и интересный. Поэтому одна из моих целей, это купить себе дом на вот этой Рублевке, которая находится напротив Анашана. Как бы если бы у меня были деньги, я, наверное, купил бы вот этот домик, который последний в этой улочке. Как бы он такой уютненький, он здесь в конце самом и довольно-таки неплохо, я думаю, будет его купить. Но это уже зависит как бы от меня. Если бы, кстати, я сейчас не делал конкурс, если что, сейчас конкурс проходит, пацаны, на 10 миллионов. Вот, у меня в банке, пацаны, вот все мои деньги, если что. Как бы, и когда я сделаю итоги конкурса, у меня останется всего лишь, получается, 1 миллион. Вот как-то так, пацаны. А если бы я сейчас не делал конкурс, я бы продал свой дом в Бусаево и спокойно бы купил себе этот дом, но, к сожалению, конкурс отменить нельзя. Поэтому повторюсь, итоги, кстати, будут 1 числа, 1 декабря, но, скорее всего, 1 декабря я не смогу сделать итоги, потому что я буду в Киеве, скорее всего, в это время у своего друга, у него присяга будет там и так далее, я на стриме об этом рассказывал. Я должен был ехать, получается, 24-го, но, как бы, друг позвонил и перенесли, как бы, присягу на 1 декабря, поэтому не факт, что я смогу, точнее, я по-любому, наверное, не смогу, если я буду в Киеве провести итоги 1 числа, поэтому, когда я уже приеду с Киева, я проведу итоги конкурса. Поэтому, кто еще не участвует, пацаны, в конкурсе, участвуйте, ссылка на конкурс будет в описании. Как бы 10 миллионов, 10 призовых мест, каждому по миллиону.
Ну и еще одна из моих целей, получается, четвертая цель, это купить себе бизнес СТО. На данный момент у меня есть бизнес, это спортзал. У меня, кстати, недавно хотели его купить за 20 миллионов, но как бы я бы мог сейчас подать бизнес 20 миллионов, купить себе дом на Рублевке, и как бы одна цель была бы выполнена. Но потом будет трудно, мне кажется, накопить деньги на СТО, не имея какого-то прибыльного бизнеса, поэтому пока что я, наверное, его продавать не буду. Ну, СТО, пацаны, почему именно СТО я хочу бизнес? Не знаю, я говорил до этого СТО или нет. Короче, я хочу себе именно бизнес СТО. Неважно, в Арзамасе, либо в Батырево, либо еще где-то, в принципе, это неважно. Просто хочу СТО, потому что, ну, я люблю машины, я болею машинами. И как бы я хотел бы, чтобы у меня было личное СТО, чтобы я туда сам ездил, там тусовался и так далее. Это было бы реально круто. Поэтому вот такие, пацаны, цели. Первое, это накатать пробег на BMW. Второе, это 1000 рефералов. Третье, это дом на Рублевке. И четвертое, это бизнес СТО. Надеюсь, ну, за год я хотя бы смогу что-то из этого выполнить, так сказать, свои цели. Всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки. Это такое было ламповое видео, рассказал про свои цели, возможно, это кому-то было интересно. Всем спасибо за просмотр, повторюсь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кстати, еще одна цель у меня в жизни, это до Нового года добить 14 тысяч подписчиков, поэтому вы, пацаны, можете мне в этом помочь. Кто не подписан, подписывайтесь, ну и ставьте лайки, чтобы видео продвигалось в топ. Все, всем пока. We'll be right back.